Всем здорово, ребят! Ну что, многие из вас просили показать самого неубиваемого, самого зверского героя, которого нельзя слить. Попробуем его собрать, это будет у нас Зефир. Многие донаты уже собрали, без донаты дособирают, некоторые уже собрали с багами. Некоторым еще через полгодика, возможно, он и будет уже у них на аккаунте. В общем, его легче собрать, чем Огника. Но опять же, у меня такое чувство, что где-то еще пару недель и просто уберут острова, там поменяют плюхи, и без доната придется непонятно откуда брать те осколки. В общем, поехали. У нас Зефир. Он имеет встроенное, как и у Фреи, ограничение входящего урона 36 тысяч. Также он имеет иммунитетик заморозки, молчанию, забору энергии и, по-моему, еще там к чему-то, я не помню уже. Петрифи, я даже не помню, что это такое. Давайте даже на русский сервер, а то я настолько нубас, что я даже уже не заморачиваюсь над талантами героев, а над тем, что они могут. Это и так понятно, что это имба. Такс. Сейчас я вам точное описание скажу, чтобы уже быть уверенным в этой имбе. В общем, каждые 0,2 секунды наносит чистый урон от атаки, то есть от этой атаки, которая у него есть. Не забывайте это. Если вы ему поставите там уроны процентуально, это не будет влиять на чистую атаку. Восстанавливает здоровье 44% от нанесенного урона. Это на 13-м. Игнорирует эффекты сопротивления урону. Призывает выхер. Так, пути парализует. Вот, 36 тысяч. Иммунитет к замораживанию, к каменению, молчанию, эффектам уменьшения. Вот, Петрифи, это каменение. В английском буду знать. Запомните, запишите себе где-то. В общем, вот так вот. То есть молчанка на него не работает. Соответственно, огненка блокироваться не будет. Вы знаете, что если со всех талантов, которые могут еще уменьшить, это огненка из-за того, что она отражает, а не понижает. Она отражает. Вот. У меня даже, кстати, вот там с первой тычки выпала огненка. Как обычно, подкручена. А было у нас, ребята, 36к, а сейчас у нас, ну, я десятку качать пока не буду, бессмысленно, эти 5% они там ничего не решат. А теперь у нас входящий, выпускаем зверя в два раза меньше, ровно на 50%, 18 тысяч. Это как Фрея, только она не блокируется, то есть вы никак не заблокируете этот урон. 18 тысяч — это минималка. Вот так вот. Это раз. То есть вы уменьшили уже в два раза. Плюс добавили на девятки жизни. Отхил, в принципе, будет. Сейчас вот у нас отхил. Сейчас мы посмотрим, сколько там отхил стандартный идет. А мы юнитов дамажим. Но мы добираем. Видите, мы не фулово хилимся. Ну, на сегодня, я считаю, это один из самых таких топовых танков, героев, которого очень сложно убить. Что там, 50к восстанавливает, что ли? У нас еще талант смотрителя работает. Сейчас я попробую что-то поставить сюда. Ой, ой! То есть мы уже уменьшили в два раза входящий урон. Соответственно, у вас герой будет жить уже в два раза больше. Так, сейчас я поубираю эту всю фигню, чтобы она нам не мешала. Вот такая вот сборка. У меня на нем стоит недомогание. А почему недомогание? Потому что я бегаю на PvP локации, и мне очень зачастую приходится таких же сливать, которые хилятся. Поэтому в данном случае реально очень хорошо помогает недомогание. Так, опять куча юнитов. Смотрим. Входящий урон 18. Отхил, я не знаю, сможем мы отхилиться, успеем, не успеем. Нет, наверное, мы на юнитов, пока юнитов будем бить, мы не успеем. То есть он голый, по сути. Надо найти просто расстановочку без юнитов, когда мы увидим чистый урон отхила.
Так. Либо кем-то юнитов слить. Ну, это точно будет. Да ладно, Минотавр ударил. Нифига себе. Ну, красавчик. Просто красавчик. Так, пробуем сейчас тут. Может, получится. Видеть, сколько в такой сборке у него стандартный отхил. Ну, как видите, надо все-таки цеплять маскировка. Маскировку. То есть мы подходим к следующему этапу нашему. Это маскировка. Ну, конечно же, эмблема сейчас добавит нам урона. А, такой сборки маскировка чем хороша. Он будет у вас, так как у него ограничения, его не будут сливать быстро. А, у него входящий урон 18 тысяч в 2 раза меньше. А, плюс 30% свободно наберет. Уходит в маскировку и набирает. Опять же набирает ТП. Вот опять тоже зефир есть. Смотрим. Вот его дамажат. Сейчас я не знаю, сможем мы, не сможем. Но есть недомогание, видите, вот есть. И фоба есть. Вот он ушел в инвиз. Но благодаря тому, что юниты есть на базе, он не отхиливает себя, как вы думали, там вот сейчас себя отхилит на фул. Успеет, не успеет. Вот опять ушел. А вот пошел отхил. А, так, что мы имеем? 15 800 у него отхил. Это то, что я вижу. 53к. Или все-таки 53. Это, наверное, от кого-то. А, скорее всего, от... Да, от зефира он получает 44%. То есть зефира по 36 бьет, получает 15. От остальных, как видите, 53 тысячи. То есть он наносит урон, равный где-то 100к, по идее. Вот тут тоже 18, 18, 18. Это идут отражалки. Вот идут отражалки еще дополнительно героям противника. Как видите, разница. Вот посмотрите, какие герои против нас. Огник, Ворожей, Фрея, Фоба. Такой же самый Зефир. Мы без питомца, ребят. Мы просто огненка плюс маскировка. За счет того, что у него маскировка, нету иммунитет к молчанию, он свободно, как видите, может стоять, противостоять, плюс еще наносить обратки. Ну, в общем, это будет не, вот уже он неубиваемый в данном случае такой сборки. Но это еще не максимум. Это у нас стоит недомогание, которое у меня в основном для PvP локаций. Для для ЗБ и для лабиринта, который я прохожу. То есть такая сборка с недомоганием вполне себя оправдывает. 3-4 героя таких, и вы будете сливать топовые пачки. Ну, не факт, что вот такого вы сможете слить. Это еще не максимум его. Поехали дальше. Следующее. Следующее мы можем ему нацепить питомца. В данном случае мы будем пробовать пройти ним битву гильдии. Ну, не битву гильдии, а просто топовых противников, как на битве гильдии. То есть такая сборка, но у нас еще вопрос по чарке. Какие есть варианты чарок? Ну, вот этот вариант чарки добавляет жизнь. Плюс вот этот вариант усиливает отхил, которого, в принципе, как бы и хватает. Мне кажется, что вот лучше ритуал поставить, он будет намного лучше. Либо недомогание на урон, либо есть еще вот победный. Давайте сейчас посмотрим, что я смогу там выловить с коробок. У меня ритуала просто нету. Попробуем сейчас его словить. То есть вы увеличите ему еще дополнительно жизнь, соответственно, ну, его просто нереально будет слить. Почему? По двум причинам. У него увеличенная жизнь, плюс он будет себя еще хилить от нанесенного. Так, такой вариант. Ну, давайте поставим пока. Еще один. От удара будет. То есть точно так же, как утекание. То есть это еще дополнительно, скажем так, еще дополнительный отхил. Он уйдет в инвиз, и вы ничего не сделаете. Плюс у него увеличено количество жизни. Сейчас нам надо ритуал словить для теста. Нету смысла его собирать на урон. Все равно у него чистый урон идет скиллом, поэтому... пятерка даже выпала. С пятерку потестил.
Я надеюсь, мы сейчас словим ритуал. Не будем, как обычно, полчаса ловить. Вот, отлично, есть. Итак, поехали. Такая сборка, да? Давайте попробуем. Ну, давайте будем на практике. У нас есть Машка. Будем пробовать на Машке проходить. А, у нее топовые герои. Так, Космо, Фрэнка я не вижу. Фрэнка снял. Ну, и землеройка нам этого, в принципе, хватит. Но, конечно, лучше было бы с Фрэнком. То есть вот Космо бьет. Землеройка, как видите, ничего сделать не может. Единственное, что мы получаем стан и паралич от Космо. Все, вот мы включились. Не знаю, там вот отхил видно. Был 220 от юнита, уже 440. Вы увеличили отхил. А деф вы никак не увеличите. Ну, не увеличите, потому что дефный вариант не работает на таких героях. То есть оно не уменьшает. 18 как было, так и есть. Точнее, он работает, но он меньше все равно не даст. То есть такой вариант чарги, вы только усилите себе отхил. Не более того. То есть чисто отхил, два раза увеличение. То есть его проседать вообще практически так не будет. Два раза лучше отхил, ушел в инвест, все. Вы уже, ну тут без вариантов. Тут просто нету тех героев, которые мне надо. Сейчас попробуем через топов напасть на топов. Я уберу только цепа, чтобы не сливать. Такс. Вот отлично есть. Так, смотрим. О, Фрэнка опять нету. Я хочу расстановочку с Фрэнком, так как дамага там будет на порядок выше. Вот есть, отлично. Смотрим. Выпускаем. 18 тысяч входящий. Мы уходим в маскировку, и мы будем получать, в принципе, в два раза больше отхила. Вот он ушел. Единственная проблема — это юниты. Как видите, вот юнитам надо чем-то слить до того, как он будет. Вот опять та же самая ситуация. Успеет. Вот, Фрэнк добил. То есть, как видите, где есть юниты, надо юнитов подбивать. То есть тем же самым Анубисом, либо кем, чтобы он хоть немножко потом получал отхил. Сейчас попробуем еще разок. Но тут вся проблема, вся загвоздка. Можно юнитами поотвлекать там того же самого Фрэнка, того же самого Космо убрать юнитами. То есть это не проблема. Проблема — это юниты. Как видите, он бьет по юнитам изначально первые разы, поэтому его отхил очень маленький. Но когда он юнитов добивает уже, вот опять же, вот смотрите, Фрэнк как визе. Ну, успеешь или нет? Не успел. То есть надо убирать юнитов. Это одна из проблем. И тогда он сливаться вообще не будет. Так, поехали. Это такой вариант на отхил. Теперь мы меняем. Ставим сюда, ставим такой, плюс 35% у нас к жизни и отхил с удара. Я не знаю, успеем, не успеем на него напасть. Успели. У него, соответственно, жизни больше, отхил у него уменьшается немножко.
это не тот. Но он дополнительно получает этот хил от удара. Вот видите, недомогание срабатывает. Вот пошел его чистый отхил. Плюс 96 тысяч. Он хилит. Ну, это четверка, так будет там где-то 120 с каждого удара. Плюс увеличенная жизнь. То есть, соответственно, его тоже даже недомогание брать не должны. У него плюс 35% к жизни. Сейчас попробуем найти следующего топа. Вот, отлично, на этом будет поинтереснее, так как здесь есть Фрэнк. Но опять же, можно юнитами отвлекать, то есть вы спамите, чтобы Космо его не парализовал, и он будет дальше себе свободно лететь. Тот же самый Фрэнк. Как видите, такая сборка уже подольше стоит, и они не так сливают быстро. Сейчас мы, если доберемся, сможем юнитов убрать. Сколько у нас там, вот, юнитов у нас не осталось. И все, и пошла жара, и пошел набор, ребят. И теперь в данном случае его слить очень сложно будет. Он будет набирать от героев уже увеличенное количество жизни. Вот посмотрите, как отхил идет у нас. Отхил идет от чарки, отхил идет от его таланта, и герой его... Ну, то есть мы бы уже за минуту снесли всю базу. Он откиливается на фул. Это еще можно докачать, чарку увеличить, там будет 50%. Ну, то есть это у нас четверка. То есть такой вариант более такой оптимальный. Есть еще один вариант, я вам покажу сейчас с победным. Победный само собой хорош, но этот вариант мне больше нравится. И вы такого, ну... Вы что бы ни делали, он будет отхиливаться от удара, отхиливаться от своего умения. Ну, еще можно кучу всего. Еще питомца поставьте, и он нереально будет просто слить. То есть, как видите, они ему ничего не могут сделать. У нас есть все топовые герои, но они ничего сделать ему не могут, так как у него жизни немножко больше уже. Вот такая сборка, и сейчас, я надеюсь, мы еще успеем еще одну сборку протестировать. Это мы сделаем победный выпад. Было бы неплохо на него же напасть. Победный. Он дает отражение. Можно, конечно, побольше прокачать. То есть, соответственно, наш герой в данном случае будет получать меньше дамага. Так. Отлично. Смотрим. Что мы имеем? Мы имеем вместо 18 12 600, но мы не имеем усиленного, как видите, 220% идет, то есть отхил у него стабильный остался, немножко уменьшение у нас пошло 12 600. Ну, 12 600, 18 и выбор отхил или это, ну, не знаю, это уже чисто дело лично каждого, но мне кажется, что все-таки тот вариант будет получше. Как видите, здесь он немножко уже проседает. Ну, сейчас сольем питомцев, и, в принципе, такого варианта тоже хватает. Но если брать в плане выживаемости и универсальности, вариант с ритуалом немножко лучше будет. Он будет живучий все-таки. Ну, это, ну, и тут этот тоже проседать не будет, потому что тут не 18, а тут уже, ну, видите, отражалка у него 36. Все равно получает. Но по универсальности, ну, можно и тот вариант. Тут дамага у вас будет от основного скилла больше. Там у вас будет неубиваемый, просто еще на роль ему уклонение максимум. И у этого героя, ну, никак не сольете за счет
увеличение на 50% жизни. Соответственно, у вас минималка 30%, которая идет от маскировки, увеличивается. Если у вас там будет она 500к, то у вас будет 700-800к в остатке. То есть Фрэнк, который есть, он не зайдет за этот лимит, но он не сольет уже. То есть вот так вот одним героем можно просто любого топа проходить. Даже с максималками, даже с таким же героем ничего ему не смогут сделать. Но видите, здесь он проседает намного больше, чем в предыдущем варианте. В общем, вот так вот. Пишите комменты, какие сборки вы хотите еще увидеть. Ставьте лайки, смотрите видосы. Всем удачи, всем пока. А вот даже, смотрите, его даже слили. Вот так вот. Поэтому самое топовое — это ритуал. Все, всем удачи, всем пока.